Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня у нас 13 марта. И мы будем наводить порядки на вот этом столе, где у нас стоит основная часть рассады. По мере роста рассады нужно, конечно, ее будет переставлять. Когда-то основное внимание было уделено вот землянике, а сейчас нужно уже сеять томаты и кое-какие перчики уже зашли. Некоторые хорошо уже прям так зашли, а кое-какие еще не всходят. Но главное, что вот сейчас тепло. Накрыты они вот этой тепличкой. Здесь всегда влажно. И поэтому надеемся, что и остальные будут тоже всходить. Вот эту землянику распикировали. Но около 2 недель назад тоже она уже как бы прижилась и начала подрастать. Но вот эта самая ранняя земляничка, она вот уже такая вот большенькая. В принципе, уже можно ее пересаживать. Но я все-таки на этой неделе не буду пересаживать, а скорее всего на следующий. Немножко подсыпать можно вот здесь землей сверху. Ну, совсем чуть-чуть, если только. Если где-то, может быть, немножко тут сердечко, если оголенное, чтобы корешки дополнительные нарастали. А так, в принципе, неплохо она растет. Особенно вот, когда солнышко начало светить, прямо она хорошо пошла в рост. И баклажаны тоже некоторые начали всходить. Совсем еще только чуть-чуть. Вот это, кстати, 4 штуки, которые взошли вот посерединке, это у нас Андрюша. 4 семечки сеял, и все они вот проросли самыми первыми, и вот так вот хорошо зашли. Ну, тоже в тепле стоят и на солнышке под пленкой, чтобы было сыро. И тогда они у нас будут хорошо прорастать. Лучок наш тоже вот так вот уже подрастает. Даже начал расти уже второй, как так скажем, вот этот листочек. Перо вот это. Ну, вот такой вот лук. И глоба вот хорошо, в принципе, так зашел. И красный лук, и там вот лук эксибишн. Ну, в принципе, достаточно хороший. Пока не подстригаю, пускай еще растет, как бы. Он мне пока особо не ложится, поэтому, в принципе, пока можно его и не стричь. Буду расставлять потом вот сюда, вот, скорее всего, перец, помидоры поближе к окошку. Ну, чтобы им было теплее, хорошо всходили баклажаны. А клубнику придется вот сюда вот куда-то, наверное, поставить, чтобы все-таки основное сейчас было тепло и свет для перцев и баклажанов. В этом году слишком много клубники понасадил, поэтому не знаю, куда ее девать. Как-то ее надо будет расставлять, чтобы она тоже хорошо росла. Ну, что-то нужно будет делать. Потому что перцы, баклажаны, еще и помидоры. А клубники вот прям очень так достаточно много. И вот он, второй подоконник. Здесь видите, если дальше вот окошко стоит, контейнер, вот хоть и подсветка, все равно он хуже растет. Вот которая ближе, солнышко ей хватает. Здесь вот все эти гибриды, и сладкоежка, и фреска, и Настенька, вот они все здесь. В общем, все то, что самое такое, так скажем, ну, семена, которые покупные, они вот ближе к свету, к солнцу. А вот здесь это из своих семян, ну, вот ей досталось такое место, совсем прям незавидное. Такой же гелиотроп прям вырос. В этом году рано его немножко посеяли, но уже можно его, в принципе, рассаживать. Здесь еще вот он где и густо, в принципе, тоже вот он растет хорошо. Поэтому дельфиниум еще накрытый, тоже вот листочки. Ну, тоже и клубника, она, в принципе, еще пока накрыта. Ну, так пока все как-то. Здесь не так жарко на этом окошке, оно, так сказать, наверное, с западной стороны. Ну, здесь не так все активно растет. Все-таки на южном окошке значительно лучше все растет. Но что есть, то есть. И каждый день у нас метели страшные. Просто все вот замело. Все в снегу. Надо опять идти чистить.
Птички вот только скачут по кормушкам. Поэтому зима совсем у нас такая снежная и морозная. Уже хочется тепла, весны. Ну, посмотрим, может быть, хоть к концу марта потеплеет. Пока все время и ночью минус 20, и днем, наверное, минус 10, минус 12-13. В общем, пока тепла у нас нет. Ну, птицы хоть немножко. Сейчас им потеплее стало. И наша лапочка лежит, наблюдает за птицами. Хочет их поймать. Ох, какие, говорит, птички. Да, лапа. Ну вот, закончили всю уборку, составили на место рассаду. Там томаты посеем, поставим потом перец, баклажаны, вся земляника. Снова окошко некоторые переставили, чтобы здесь солнце больше, может быть, лучше будет расти. Ну, в общем, вот такие вот получились перестановки. В этом году слишком много земляники. Вот здесь получается все земляника. И на том еще окошке два вот таких вот ящика с земляникой. То есть, в принципе, должно получиться, может быть, даже и три грядки новых. Ну, так немножко она начала хоть подрастать. Подсветку переставили с того окошка. Там длинная стояла, здесь короткая. Здесь, так как рассады больше, сюда переставили длинную подсветку. Ну и все. В общем, вот так вот все будет у нас здесь расти. Поздравляем всех с Масленицей. Завтра у нас будет проводы зимы. Надеемся, что зима поскорее от нас уйдет. И придет весна, и будет все-таки теплее, меньше осадков, ветра холодного такого. В общем, всем желаем теплой весны. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь с ним видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.